По всей Германии прошли массовые акции русскоязычных немцев в поддержку 13-летней Лизы. Школьница, как сообщила ее семья, была похищена мужчинами, похожими на выходцев с Ближнего Востока, и подверглась сексуальному насилию. Почти 1500 человек вместо заявленных 200 пришли на митинг в Филингене-Швенингене. Мирные демонстрации и шествия также состоялись в Берлине, Кёльне, Регенсбурге, Оснабрюке и Гамбурге. Самыми многочисленным стал марш в Миндене. Колонна проследовала по центру города. Люди требовали объективного расследования преступления, ведь изначально полиция вообще отказывалась заниматься этим делом. А всю историю в правоохранительных органах и в немецкой прессе назвали выдумкой. Митингующие подчеркивали, они не представляют никакие политические силы и выступают не против мигрантов, а против насилия и замалчивания преступлений, кто бы их ни совершал.